Одесса, 15 апреля 2023 года. Только что оперативное командование «Юг» поделилось очень важной информацией. Из этой информации следует, что на одном из пляжей Одессы была обнаружена прибитая к берегу якорная мина. И тот взрыв, который могли слышать жители нашего города, это был контролируемый подрыв этой мины. Оперативное командование «Юг» напоминает, что все пляжи в Одессе и области закрыты для посещения. И если вы гуляете в прибрежной зоне, то, пожалуйста, находитесь от среза воды на расстоянии минимум 200 метров. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что посмотрели этот ролик, поставили лайк и подписались на канал.